В одной работе совместить несколько техник. По такому принципу работают юные мастера. Самому младшему 7 лет, старшему 17. Всего в творческом объединении «Вдохновение» Усольского района под руководством Ольги Зеленковой занимается 75 школьников. В этом году получается эксперимент. Мы с детьми занимаемся от 7 лет. Начинаем лепить с простого, постепенно мы усложняем. Они уже к концу года начинают сами, а можно здесь мы делаем вот так, а можно же вот так сделать. И к концу уже учебного первого года работа получается интересная. Новая экспозиция – это 230 работ. Причем большая часть из них сделаны из соленого теста. Оно в руках малышей словно по волшебству превращается в героев известных мультфильмов и забавных персонажей. Пожалуй, каждый из них найдет своего зрителя. Она будет интересна всем. Она будет интересна всем и детям. Вот вы видите, ребятишки у нас много здесь. Вот, и взрослым, естественно, потому что творчеством детей, я считаю, стоит восторгаться. Их нужно стимулировать, еще больше работ делать, чтобы интереснее были работы. По словам посетителей выставки, есть экспонаты, в которых чувствуются небольшие шероховатости и даже некоторая недосказанность. Но от этого детские работы выглядят еще милее. Максим Вебер, Мария Константинова, Владимир Селиванов. Местное время.